Всем привет, друзья, с вами Корвит, мы находимся в Castle Story. Это необычный выпуск, это анонс турнира, который я провожу среди своих подписчиков в Дискорде. Чекайте ссылку в описании, заходите в Дискорд, там будет отдельная тема обсуждения турнира, переходите туда, пишите, что я хочу принять участие в турнире, вас добавляют в отдельную группу участники турнира, и вам остается только ждать. Лучше всего написать, в какое время, когда вам вообще будет удобно поиграть, чтобы как-то смогли ориентироваться между другими участниками и потом в дальнейшем поставить вас в турнирной таблице именно с теми, кто тоже сможет поиграть. Единственное, что нужно будет от вас, это лицензионная копия Castle Story, именно которая находится в Стиме. Как все будет происходить? Значит, я сделал 4 карты. Перед турниром каждый будет одну карту отсекать. В итоге будет оставаться одна карта, на которой и будет происходить этот матч. Правила очень простые. Никакого багаюза, никаких там построек под постройками или кристаллов атакующих где-то в горах и так далее. То есть, в принципе, обычные стандартные правила, которые были на других турнирах, у других стримеров, у других игроков Castle Story. Я буду на турнире в качестве зрителя, то есть я буду наблюдать за всем процессом, буду все это дело комментировать, и в дальнейшем все эти видео будут выходить у меня на канале. То есть полностью за турниром вы сможете следить у меня на канале. Сейчас на этом видео мы играем с моим модератором с Дискорда, мы тестили, как это все работает. Если кто не в курсе, то буквально там вчера или позавчера разработчики Castle Story пофиксили много багов, связанных с сетевым соединением, и вот мы сегодня попробовали, все работает. То есть и он был в качестве хоста, я смог к нему без проблем присоединиться, и я был в качестве хоста, он тоже ко мне смог без проблем присоединиться. И вот мы сейчас опробовали карту, некоторые фишки тоже я попробовал, буду немножко карту эту исправлять, также буду исправлять другие карты. В общем, к началу турнира все будет максимально подготовлено. Так как у нас нету никакого спонсора, спонсором этого турнира буду выступать я, от меня победитель получит ключ от игры в Стиме, причем он сможет сам из моего списка выбрать ту игру, которая ему понравится. Там достаточно большой выбор, различные стратегии, аркады, RPG-шки, много, в общем, всего. То есть я думаю, что победитель сможет выбрать себе игру на свой вкус. Поэтому чекаем ссылку в описании Дискорда, заходим туда, не стесняемся, добавляемся в группу обсуждения турнира, пишем, что вот, я там такой такой-то, могу принять участие, вот в такое-то время, в любой день, там, вот это все, описываем, и ждем, просто ждем, когда мы все соберемся, то есть нужно нам будет человек 8, в идеале 16, как-то так. Если у вас остались вопросы, спрашивайте у меня в Дискорде, я там бываю каждый день, отвечаю всем на вопросы, мы там вообще общаемся, просто добавляйтесь даже в Дискорд, если вы туда не добавлены, там много анонсов, много всякого интересного общения, вот это вот все. С вами был Корвит, всем удачи и пока.